Одноклассники, привет! Сегодня будем также проводить опрос с девушками и спросим у них, когда у них был последний секс? У тебя когда? 2 дня назад. Алина. Когда был последний секс? 2 дня назад. Что лучше выберешь для отношений, если будет хороший секс, но мужчина без целей и не реализован? Либо же так себе секс, но мужчина с целями и реализован? Блин. Ну вообще, мне нужен мужчина с целями реализованный, наверное, все-таки второе. А секс важен для тебя? Важен. Но деньги важнее. А насколько ты оцениваешь активность в сексе по 10-бальной шкале? 9, наверное. Мужчина с целями и деньгами, но с ним не очень секс. Либо секс хороший, но парень без денег и без целей. Ну, я думаю, второй вариант. Почему такой выбор? Ну, цель можно поставить вместе, и прийти к общему тоже вместе. Ну, то есть все зависит от вас двоих, а не от одного человека. Анита. Когда был последний секс? Позавчера. Такой вариант. 2 парня. Один реализованный с целями, но с ним секс не очень. Второй, с ним секс хороший, но у него нет ни цели, и он не реализован. Кого выберешь? Первый вариант. Почему такой выбор? Секс можно изменить. Можно сделать что-то, чтобы он стал лучше. Что ты обычно делаешь? Секрет. Меня зовут Таня. Когда был последний секс? Год назад. Парень нереализованный, но с ним секс отличный. И другой парень, он реализованный, у него есть цели, но секс не очень. Кого выберешь? Реализованного, потому что с ним будет интереснее и как бы на сексе долго не проживешь, в отношениях. Один парень реализован, у него есть деньги и цели, но с ним секс не очень. А второй, с ним секс хороший, но не реализованный и без целей. Кого выберешь для отношений? Реализованного, с целями. Почему? Потому что для меня это важно. Важнее, чем секс. Карина. Когда был последний секс? Позавчера. Такой вариант. 2 мужчин. Один хорошо зарабатывает, с целями и реализован, но с ним секс не очень. А второй, с ним секс хороший, но не реализован и без целей. Кого выберешь для отношений? Блин, мне сейчас очень интересна реализация своя собственная, поэтому мне важна реализация, да, у мужчины тоже. Мне кажется, потянуть можно. Надо. Когда был последний секс? 3 дня назад. Смотри, что выберешь. Если будет секс не очень, мужчина реализованный с целями, или парня, который без целей и не реализован, но секс с ним офигенный? Я выберу своего парня. Он с целями реализован, и секс с ним офигенный. Отлично. Да. Когда был последний секс? Где-то месяц назад. А что выберешь? Парень хорошо зарабатывает, у него есть цели, но с ним секс не очень. И другой парень, с ним секс классный, но он без цели и не зарабатывает. Первый. Почему такой выбор? Так лучше. А как оцениваешь свои навыки в постели? По 10-бальной. 5 из 10, наверное. Что выберешь, поцелуй мне или шлепок по попе тебе? Поцелуй тебе. Влада. Когда был последний секс? Вчера. Такой вариант. Один мужчина зарабатывает хорошо, и у него есть цели, но с ним секс не очень. А есть еще один парень, с ним секс офигенный, но он не зарабатывает ничего, и цели у него нет. Кого выберешь? Я не могу тебе точно на это ответить, и я... Ну, в смысле, у меня по любви это все выходило всегда. Ну как, я встретила человека, я его полюбила, и у меня с ним всегда было. Поэтому это не моего немножко формата, что ли, вопрос. Когда был последний секс? Хватит, вы меня засмущали. Ладно, смотри, 2 парней. Один реализован, хорошо зарабатывает, но с ним секс не очень. Второй, с ним секс хороший, но он без цели и не реализованный. Первый. Первого выберешь? Да. Почему? Потому что цели на жизнь – это главное. А секс на втором месте? А если у него вообще, какой-то вяленький такой член будет? Что я могу сделать? Это его проблема. Главное, чтобы цели была. И деньги. И деньги. Эльвира. 2 мужчин. С одним секс хороший, но он не реализован, и у него нет целей. А второй реализован, есть цели, но с ним секс не очень. Кого выберешь? Второй.
Почему? Да, я хочу для себя все равно лучшее будущее. Понятно. А когда был последний секс? Уже не буду отвечать, Анжела. Когда был последний секс? Какая разница? Такой вариант. Двое мужчин. Один хорошо зарабатывает, у него есть цели, но с ним секс не очень. Второй, с ним секс хороший, но у него нет ни цели и нет денег. Кого выберешь? С целями. Почему такой выбор? Мы его перенаучим в сексе. И как это будешь делать? Как-нибудь опытом. А на сколько оцениваешь свой опыт в 10-бальной шкале? На 8. Марина. Когда был последний секс? Вчера, чувак. Хищники и львицы, провел очередной опрос. Не забываем писать в комментариях, какой опрос провести следующим. Также ставим лайки, подписываемся на канал и до скорой встречи.